Итак, ребята, всем привет. У нас сегодня Mortal Kombat X. Играть мы будем на Quan Chi в стиле призывателя. Поехали. Против нас Такида. Будем разминаться маленечко. Опа, делаем небольшой комбо. Очень удобно, кстати, да? Ох ты, смотри, какой. Делает нам... Я, кстати, еще этот стиль особо не изучал. Я вот это вот хочу сделать. Если я вот так вот его убью, то я смогу сделать... Ой, да ладно, ты что, парень, так нельзя делать. Я смогу сделать бруталку, если таким образом его убью. Тихо. Смотри, какой, да? По-разному закончил комбо. И поэтому все так произошло. У меня, кстати, есть 3 бара энергии, поэтому я смогу, наверное, его... Так, будем зонить. Как же он пропустил, увидели, да? Красиво, да? Но, к сожалению, делается совсем не так. О, да, у меня получилось самое такое, знаете, сложное бруталити, которое, в принципе, я никогда не делал до этого. И это очень круто. Теперь, я думаю, можно немножечко расслабиться и уже переключиться на кое-что другое, что я хотел вам показать. Мы будем пытаться... Мы сделаем так, что он сможет блок поставить. Ай-яй-яй, вот это меня всегда раздражало. Quan Chi. Вот это мы будем делать. Но для этого, ребята, нужен очень-очень большой опыт. Так, будет он это? А как-то я же блок ставил вроде. Странно. Теперь займемся миксапами, да? Ну, немножечко не вовремя я нажал. А он, кстати, одно и то же делает, поэтому я уже начинаю угадывать его движение. И через поки мы делаем ему захватик. Ну, естественно, фаза. Куда же без нее, да? Фазу такие игроки всегда делают, когда начинают умирать. Вниз. Так. Ой-ой-ой, пропустил. Представляете, какая печаль. А сейчас слишком рано. О, точнее, поздно. Надо уметь, это надо оттачивать. Вот так вот надо это делать, ребята. Но я маленько все равно путаюсь. Ой, почти поймал. Было бы красиво, кстати. Ой, наверное, это его убьет, ребята. Поэтому мы будем фаталити делать, а не бруталити. Чуть не ошибся кнопкой. Вперед-назад 4, а я троечку нажимал. Смысл в том, что в этом стиле Quan Chi не дает противнику нормально блок поставить, потому что мы за счет птицы можем бить понизу и за счет Quan Chi оверхедами, и одновременное использование как бы двух типов ударов, верхнего и нижнего, противника может запутать. Вот видите, он хотел вылететь.
Вот. И все. И ничего он уже не сделает. Это очень неудобная штука. Ой-ой. Фаза была не вовремя сделана. И я начинаю тупить. Открылся тоже я не вовремя, поэтому... Зони, давай, сейчас будет фаза. Ух ты, как отличный X-Ray просто, вовремя. Значит, мне нужно тактику ему маленечко поменять. Ну или хотя бы с броней вот так вот, раз. И все. Кстати, с этой броней, с этим ударом, можно сделать бруталку. Если получится, продемонстрирую. Нормально. А, вот сейчас фаза будет. Видимо, нет. Ой, это, кстати, этот. Как я хорошо поймал-то его, да? Ой, это не так делается. Ребята. Это делается не так. И снова фаза, и снова не вовремя. Ай-яй-яй, не успел. Не успел, не успел. Но это дело... Сейчас мы попробуем. Вниз, вниз, вниз. И вот бруталочка у нас получилась. Экзовый телепорт. И вниз, вниз, вниз нажимаем, и все. И Куанчи разбивает противнику в бошку. Интересно, будет ли он еще играть? Вот вопрос. Ну, пока ему нравится, пока всем, всех все устраивает. Так, а он что? Что-то как-то связь потерялась. А, все, он наигрался. Ну, значит, будем искать нового противника. Тут где-то то ли в рейтинге, то ли... А, в обычном режиме где-то тут ходил чувак с портретом Куанчи. И у него там на нем статистика показывала всего 4% шанс победить. И это меня маленько напугало. Так, битва с игроком. Битва с игроком, конечно, лучше тем, что, во-первых, не то чтобы статистику не портишь. Наверное, самое большое преимущество это то, что ты можешь... вот он, вот этот парень. Скорее всего, вот я сейчас от него жестко получу. Можно с ним играть, играть, играть и играть. И, скорее всего, мы... А, нет, он не на Куанчи играет. Ну, ладно. Но что-то я, ребята, боюсь, что сейчас очень больно мне будет. Я даже не хочу ник называть этого чувака. Но боюсь, что это будет больно сейчас мне. Так, ну вот я не получается что-то у меня. О, неплохо, 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 но могло бы быть и лучше. И захват я здесь сделал не в ту сторону. Странно, что-то он как-то увлекается. Ой-ой-ой. Получится? Ай, не получилось маленько. Надо от этой привычки избавляться. Это какая-то плохая комбо. Он что-то постоянно одно и то же делает, по-моему, да?
О, заловили. Вот, вот так вот делать будем. И все, и он ничего сделать уже не сможет. Подкат будет? Ой-ой-ой. Подкат. А я вниз блок нажимал, ребята. А я нажимал вниз блок, но у меня клавиатура подумала, что я нажал вниз-вперед, и блок я отпустил. Поэтому проиграл. То есть я мог... Я знал, что сейчас будет... А чё он, куда он убежал-то? Чё он испугался-то? Странный какой-то парень. Не такой уж он страшный на самом деле. Я мог его победить. Просто я блок... Я блок не поставил. Я прекрасно знал, что сейчас будет подкат. Отлично я знал, что будет подкат. И я нажал вниз, ну, вниз пробел, но почему-то у меня клава как-то так сработала, что получился вперед-вперед бег. Я не понял, как. Вперед-вперед блок. У меня персонаж блок не поставил. И я... Вот он опять. Но он что-то меня боится. Я не знаю, чего он меня боится. Я не знаю. Этот завр. У самого 4% там шанс проиграть, что-то боится. Но, видимо, чувствует, что... не знаю, либо он какой-то ЧСВшник, проигрывать не хочет, либо он считает, что типа я нуб. Я не знаю, разные люди бывают. Я вот, мне один такой попадался. Как только он чувствует, что я что-то могу ему сделать, он сразу начинает либо ливать, либо хейтить меня, непонятно почему, либо еще что-то. Либо же его просто бесит кванчи в стиле самонера. Не знаю, с чем это связано, но реакция странная. Ну вот какой-то парень... Ну, тут уже другие шансы, но и побед 715 на 288. Статистика не всегда говорит правду. Главное, ребят, главное, чтобы пинг был хороший. Если пинг хороший, то и проигрывать не стыдно и не обидно. Главное, чтобы интересно было. Так, ну а то, что вот Фарси... Фарси, по-моему, попадался мне этот чувак уже. И снова Саб-Зиро, да? Окей. Попробуем, посмотрим, как оно пойдет. Вот, почему-то... Да, пинг плохой. Я должен был сейчас сделать одну вещь очень хорошую. Но у меня она не получилась. Ай, неудобно, да, против такого кванчи играть. Ой. Пинг не очень, ребята, сразу вам говорю. Но именно поэтому я и нажимаю так кнопочки заранее. То есть тут как бы такое дело неудобное. Я думаю, ему самому неудобно. Вот он и прилетел. Ага, но тут придется, да. Подкат. Вот этот подкат, который я всегда ждал. Именно его. И сейчас еще один будет. Нет? О, неплохо. Только сейчас оверхед будет. Ой, сейчас еще один подкат. Или прыжок, или подкат. Ну вот, пожалуйста, о чем я и говорил. А-а-а. Ну иди-ка ты сам в угол тогда, раз такое дело. И подкат. Пожалуйста. Так, вторая комбо. СД, АД, энд. У комбо, блин, фаталити. Какая комбо. Я их просто наизусть особо не заучивал. И я частенько играю на разных персонажах, чтобы вам, ребята, было поинтереснее. Не, так-то интересный парень. Но то, что вот он постоянно спамит подкат, и тот тоже спамил. Вот что самое интересное. Не делайте так. Это читаемо, ребята. Расхотел играть. Это читаемо. Понятное дело, да, то, что комбы-вомбы он делает и комбинирует нижние удары, да, с оверхед-молотом. Это все хорошо, но все, абсолютно все портит вот это вот, этот спаминг одним и тем же ударом. Так. Ну что, дальше идем?
Котал, да? Кто это будет? Девора? Быть не может. Хорошая Девора. Ну, если это хорошая Девора, я только рад буду. И, кстати, да, Перекресток хорошая карта, она мне нравится. Если это будет интересная Девора, то, и слава богу, вы заодно посмотрите. Если, конечно, она сильнее моей. А я надеюсь, что она сильнее моей, потому что так интереснее. О, делается, делается хорошо. Да ничего парень сделать не может, лол. Замечательно. Замечательно просто. Опа, здравствуйте. Все. Ну, ты давай не это. Ай, отрава, отрава. Я не люблю это дело. Этот стиль, он не очень интересен, но... Может, в принципе, показывать что-то. Вот. По низу, по верху, видите? И вот, вот и раскрывается ее стиль, ребята. Что-то я... Не понял я. Что-то у меня сейчас... А, пока не может. Поймал на прыжке. И зонинг. Пошел зонинг. Ах ты, смотри, что. Ну-ка... Убить ведь так может меня. А, убьет. Ну, молодец. Смотри, неплохо. Просто, это очень простой стиль, но он работает, что самое интересное. На таких простых вещах, боже мой. Тихо. Что-то я уже даже не знаю. Интересно. Она меня выиграет, ребята. Это работает. Я сначала подумал, что она совсем не умеет играть. Но это работает. И это хорошо, на самом деле. Это интересно. Значит, можно продолжить бой и попытаться понять, как против нее играть. Если будет она, конечно. Нет, не будет. Парень хочет показать нам нечто другое. Что же это будет, интересно? Это будет Ферротор. Будет вдвойне интереснее, если он умеет играть Ферротором, потому что я как-то не пробовал особо им играть. Или ими. Посмотрим-ка. Ну, на самом деле, вот, я пожалел просто ее, видите, как... Начал ерундой страдать, наверное, поэтому и расслабился. Если бы я вот так вот делал постоянно. Видите, какая жизнь начинается, если так делать. Оу. Так что все красиво можно сделать, если постараться. Но если типа терять ритм, куанчи для тех, кто может долго удерживать внимание. Как-то я не понял.
О! Ой-ой-ой, какой нехороший X-Ray. А, это вот неплохо уже. Мы начинаем делать захваты вместо комбо. И лоу-удар вместо... Ай, не получилось. Убьёшь же меня сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе. Но я фаталити уже делал, поэтому уже, в принципе, показывать их особо смысла не имеет. Есть еще одна бруталка, называется «Трансплантация черепа». Но там надо на расстоянии прыжка зажать двойку и как бы черепом попасть. Ой, а я быстрее, парень. Да. Я еще не все умею. Ой, ой, как это жестко вообще. Тихо, тихо. Успокоился, парень. Успокоился, спокойно. Продолжаем разговор. Но он пока не может ничего сделать. Все, угадал, молодец. Красава. Только вот я гораздо быстрее, чем ты. И захват вместо оверхеда, а ты что думал? Я по-разному могу. Опа, даже тут получилось, надо же. Даже тут у меня получилось. Правда, я мог бруталку сделать, но что-то про нее забыл, ребят. Но, мне кажется, я и так показал все, что мог показать. Так, еще какой-то новый боец. Ну, давай, покажи, что ты умеешь еще. Рейден. Ну, Рейден, да, это уже как-то побыстрее будет, нежели этот, нежели Фератор. Поехали. Не, ну на это он ведется. Ай, не успеваю. Вот сейчас у меня будут проблемы. Рейден это гораздо проще перс. Он гораздо более простой. Ну и из-за этого он... Так, сейчас будет полет. Ой, я прям читаю, ребят. Сюда иди. Запорол сам себе. Сейчас опять полет будет. Прыжок, прыжок. Что-то я сам себя запутал. О, это-то хорошо он приземлился. Ах ты. Смотри, что. Я не успеваю. Все, это все. Отлично. Сейчас я сейчас такую фигню сделал. Я мог его наказать уже 100-500 раз. Ай, не дает. Не дает ничего сделать, парень. Воу-воу-воу-воу. А, дождался, дождался.
Отлично, сюда иди. Сейчас опять фигню сделал какую-то. О, тихо, покает, захват. Захват через поку. Ну все, тут все. Или нет? Ой, да ладно, та самая бруталка. Прямо как надо сделалась. Нифига себе, вот это поворот. Вот это жестко прям. Да, слушайте. Я прям все, что хотел, сделал в этом видосике. Ай, хотел пони заударить, но подумал, что... Ну, это читаемо, читаемо. Красава. Все заблочил. Ты будешь мне ворхед делать? Мне ждать у ворхед или не ждать? Ты что творишь? Давай, ворхед. Вот. Вот это я и ждал. Что я не могу нажать ничего? Ой, повезло. Сейчас. Ты смотри, что. Ты смотри, что. Ну тут да, конечно, запутал. Красавец. Хотя я ждал этого оверхеда, но не очень. А вот он, оверхед. Он сначала поку нижнюю дает. А потом это, я понял, ага. Я что-то в это. В этих. Ну, начинаю в кнопках путаться, видно. Маленечко уже это подустал. Иди-ка ты сам в угол, парень, ты мне надоел. Пропускаем, да? Все, он меня наказывает. Ну что, что можно сказать? Если вы слишком часто используете эту потрясающую технику, то, конечно, ее начнут читать. Ровно так же, как и я его читал. Он меня прочитал. Поэтому нужно просто сделать что-то другое. Например, я мог сделать захват. Вот, смотрите. Вот так. Пожалуйста, другой способ есть. Полет. Молодец. Вот так. Но если я еще раз так сделаю, конечно, полет давай. Красава. Ой, не прочитал. Бывает. Я совсем забыл про руны, ребята. Нельзя про них забывать. Ай, не получилось. Пока. Полет. А, нет, это не полет. Так, руны, пошли руны у нас. Все, он уже читает это дело, понятно. Wake up. А, и это он. Угу. А вот сейчас я мог наказать, но инстинктивно почему-то нажал на захват. Ну я и могу еще раз захват сделать, мне не сложно. Полет. Пока и захват. До свидания. Ну что, давайте еще один боек, пожалуй. Или он не будет. Смотря как будет он играть. Да, будет. Прекрасно. Играем. Воу-воу-воу. Никто не любит этот удар.
Вай, как Васька больно это. О, это я, конечно, да, пропускаю. Это да. Главное то, что вот блок он не поставил почему-то. Я другого ожидал. Полет. Бег. Что-нибудь уже сделай. Молодец. А, он, видимо, это знал. Пока, пока. Срочно. Вот, отлично, пока пошла вовремя. Давай полет мне. Еще одна пока, еще один захват. Ну, я люблю так делать, не знаю. Может быть, это не столь эффективно. Вот, вот это я. Вот это у меня плохо получается. О, ой-ой-ой. Все пропустил. Опа, не успел. Тут я уже сам себя запутал. Ерунду сделал какую-то. Оверхед пришел. Здравствуйте. Ха. Сделай мне, пожалуйста, X-Ray, я тебя прошу. Молодец, красавчик, Вася. Пока. Что мы творим с ним? О, вот не... И не зашло, не зашло. Не, ну красиво, да? Икс-ры, конечно, да. Предсказание от бога. Не, блин, не могу вот я это вот... Вот это вот сделать. Не получается по таймингу. Я нет нажимал, ну ладно. Ой, жесть какая. Давай, прыгай. Да, реакция у меня, конечно, как у мангуста. Ой, я! Вот так, вот так закончим. Мой X-Ray теперь, моя очередь. И напоследок фаталочку ему. Оближи мой клинок, бог грома. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр, было очень круто. Теперь вы знаете, что может Кван Чи Саммонер, призыватель. Всем пока.